Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать интересную самоделку из вот такого вот соединителя для труб 110. Смотрите, что получится. На самом деле, я думаю, что каждому будет полезна такая самоделка, потому что лично я вот просто устал от проводов, которые валяются под ногами. Поэтому смотрите, что у нас с вами выйдет. Дополнительно потребуются вот такие две заглушки. Центр находим и вырезаем отверстие. Вот он наш центр. После того, как сделано отверстие, берем сам соединитель и вот эту вот трубу и примерно прикидываем. Теперь делаем отверстие вот здесь и вот здесь. Здесь будет на 10 на 12 диаметром под сверло. И здесь будет примерно такое же, только длинное. Эту часть можно дорезать свободно ножом. Ножом долго, поэтому я возьму свой паяльник, который я обрезал, и просто вот таким образом ровно пропаяю, чтобы и не мучиться ножом, и не отрезать свои пальцы. Здесь отверстие у нас есть, здесь отверстие у нас есть. Теперь начинаем собирать. Вот сюда нужно сделать нам ручку. Для этого возьмем уголок, отрежем от него примерно 1,5-2 сантиметра. У меня уже есть небольшой отрезанный подготовленный. Вот таким образом его закручиваем прямо в центр. Перед этим в самый край засверливаем отверстие и выгибаем в обратную сторону. Вставляем винт, такой длинный чупик, отмеряем. И отрезаем.
После чего проводим шнур через длинное отверстие, соединяя его вот здесь вот внутрь и вытягиваем. Вот в этом месте закручиваем шуруп, чтобы площадка относительно трубы, заглушка относительно трубы не прокручивалась. За счет того, что 50-я заглушка чуть-чуть по вот этому вырезу больше 110-й заглушки, она внутрь не проваливается. Теперь одеваем заглушку вот сюда. Вот здесь вот изнутри немного намазываем клеем. После чего вытягиваем и вставляем на свое место розетку. Ну что, давайте теперь посмотрим. Получилось у нас с вами вот такой вот удлинитель, который аккуратненько можно всегда замотать вовнутрь. С этой стороны он будет пользоваться как вилочкой. Всегда можете также и размотать. Кому понравилось мое видео, моя самоделка, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, кто что думает, кто какие еще способы знает, как можно обыграть. Всем спасибо, всем пока!